Грандиозное снижение цен на смартфоны Meizu. Качественные корпуса из металла и стекла. Удобная оболочка Flyme. Сканер отпечатков пальцев. Высокая скорость работы. Смартфоны Meizu от 9990 рублей. Для всех, для каждого, для тебя. Привет, ребят, с вами Илья, и это новый выпуск рубрики «Игровой Android Fresh». Сегодня я подготовил для вас десяточку новинок, а также новостей из мира игровой мобильной индустрии. Ставь лайк, если тебе нравится вот этот код, и мы начинаем. Начнем мы с игрушки Crash Day Dummy Simulator. Это сумасшедшие гонки с разрушениями для наших Android-девайсов. В игре мы прокачиваем свою тачку просто до безумия и идем гасить недругов. Игрушка, кстати, имеет несколько режимов. В одном мы будем разрушать другие тачки, в другом будет выживать сильнейший, в третьем катаемся и выполняем различные трюки, ну а в четвертом просто участвуем в гонках. Игра на самом деле просто полна разнообразия, поэтому играть будет интересно. Здесь море разрушений, отличная динамика, так что будет интересно. Здесь точно скучать не придется, ведь все происходит просто максимально быстро. Таким образом, по ходу игры мы купим монеты, в дальнейшем апгрейдим свои тачки, а также покупаем новые авто. Игрушка бесплатная, так что попробуйте. А мы идем далее, и вторая игра на сегодня это Caves, очень бодрая игрушка. Игра уже находится более года в разработке, поэтому очень активно обновляется. Перед нами проект от отечественного разработчика в жанре пошагового рогалика, выполненная в пиксель-арт стиле. Главная фишка игры заключается в наличии пещеры, возможностью прокопать себе путь с помощью кирки. В игре мы строим высокотехнологичный крутой бункер. Для этого, само собой, постоянно ищем золотишко, а также разные элементы для улучшений. Само собой, по пути нам встретятся разные скелеты, роботы, а также другие разнообразные враги. Само собой, нам с ними придется сражаться, поэтому собираем различное оружие и гасим всех врагов. В игре на самом деле есть все, что нам нужно. Это качественные звуки, отличная графика, затягивающий геймплей и, самое главное, оптимизация. В общем, игрушку более чем рекомендую, поэтому зацените. Robots.io — это новый онлайн-экшен для Android-устройств. Игра является классическим MMO-шутером с динамичным геймплеем и добротной графикой. Здесь мы устанавливаем на нашего робота лучшие механизмы, зовем друзей и тут же отправляемся в эту смертельную схватку. Покажите всем, кто здесь царь, и гасите всех подряд. Кстати, игра, честно говоря, сложная, здесь очень много противников, да и скилл тоже решает, хотя думаю, у вас все-таки получится. Советую вам, кстати, играть именно с друзьями, так как командная игра здесь очень даже решает. Может, даже как-нибудь все вместе зарубимся и стримчатки по ней сделаем. Вообще, игрушка имеет много всего интересного. Здесь есть чат, разнообразное оружие, да и просто разные локации. В общем, игрушка затягивает, она веселая, поэтому попробуйте. Ну а следующий участник нашего обзора это Monster Buster World Invasion. Охотник за монстрами — это игра с дополненной реальностью. Собственно, она вас заставит выйти на открытый воздух, где вы будете бежать и собирать монстров. Гуляем по своему городу, ищем различных крутых монстров из параллельных вселенных, обнаружаем их, ловим и вступаем с ними в бой. В общем-то, побеждаем этих персонажей и забираем их себе. Разработчики онлайн-экшена Tactical ищут бета-тестеров. Перед нами игра, наполненная экшеном, это такой 5 на 5 батлер. Собственно, здесь мы встречаемся с другими игроками и должны всеми силами их загасить. Также в игре есть много разных моментов, то есть вас запросто может переехать поезд или, допустим, сбить машина, поэтому нужно глядеть в оба. В общем, с точки зрения графики, физики и просто интереса, игрушка более чем бодрая, поэтому все подавайте заявочку на бета-тестирование. Oxenfree — очаровательный квест на английском языке. Пятеро подростков отправляются на необитаемый остров, чтобы провести там ночь за выпивкой и различными глупостями. Ни с кем не знакомый Джонас чувствует себя лишним, инфантильный Рен лелеет надежду завязать романтические отношения, а красноволосая Клариса словно пороховая бочка. В общем, тут случается очень необычное событие, с которым вам предстоит разобраться. Вражеские воды, подводные лодки и корабли. Добро пожаловать в очень бодрую игрушку для наших Android-девайсов.
В этой игре вас ждут глубинные погружения, огненные торпеды и рев палубных орудий. Перед нами игра в кошки и мышки между подводными лодками и кораблями. Командуйте и управляйте своим флотом и сделайте все возможное, чтобы дать достойный отпор противнику. Minions Man & Champions — это еще одна очень клевая карточная игра для наших зеленых девайсов. Перед нами игра с элементами защиты башен, в которой вы будете использовать различные ловушки. Да-да, здесь мы используем разные ловушки, башни и другие необходимые для защиты от врагов предметы. И да, кстати, вам также на помощь придет защитный дракон. В игре на самом деле довольно много разнообразия, поэтому вам всегда будет чем заняться. Одной интересной особенностью здесь также является кража сундуков с сокровищами у других игроков. В общем, игрушку советую заценить, она точно достойна вашего внимания. Ну что ж, а с новиночками мы заканчиваем, и теперь новости. Вышла крупная DLC для игрушки Don't Starve. Собственно, теперь нас игра перенесет в случайно генерируемые морские просторы. Изначально разработчики хотели выпустить это дополнение как отдельную игру, но из-за большого негатива решили все-таки сделать такой вот DLC. Игрушку Hamsterdam для Android стоит ожидать не раньше 2018 года. Здесь мы защищаем своего дедулю, его кафе и весь город от уличных бандитов. Наша задача — это дать им отпор, поэтому используем все свои приемы, которые мы знаем. Собственно, дедушка нас очень долго обучал, поэтому нам есть что им показать. Гасим, гасим и еще раз гасим этих гадов. Ну что ж, а на этом наш выпуск подходит к концу, и я очень рассчитываю на ваши лайки. Ставьте большие пальцы вверх, как только мы наберем 1000, то я прям тут же сяду делать новый топ игрушек. Также обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и пишите комментарии. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.